Грязные разбитые улицы. Вдали от внимания городских служб. Так о Петровской балке отзываются сами местные жители. Автомобилисты перемещаются по улицам с большой опаской. Такая поездка может очень дорого обойтись. Я бы не советовал, скажем так, водителям там передвигаться по этим улицам. Там заложниками ситуации, конечно, становятся люди, которые там живут. Им как бы у них выхода нету другого, чтобы передвигаться где-то иными путями. Вот. Ну, сколько я себя знаю, дороги там никогда не было нормальной. Ну, просто никогда. Вот если спуск в балку брать, там дороги вообще, в принципе, никогда не было. Ну, люди как вот накатали, сами ездили. Ну, а там дальше везде так. Ну, даже по Досчу, если проехать, то же самое будет. Рядом один из главных туристических объектов города – Неаполь-Скифский. Остатки древнего города – столицы позднескифского государства. Подъезды к нему не оборудованы. Неаполь-Скифский – одна из главных достопримечательностей города, но дороги, по которым можно подъехать к памятнику исторического наследия, находятся в плачевном состоянии. Это отмечают как туристы, так и местные жители. Чтобы добраться до входа, нужно либо подвергнуть риску машину, либо идти пешком по пыли, грязи и камням. Такое путешествие оставляет сомнительные впечатления. Дорога, честно сказать, очень ужасная. Такое чувство, что она реально с тех времен осталась. То есть, ну, машину жалко очень. В администрации Симферополя о проблеме знают. Сообщили, что капитальный ремонт дорог в микрорайоне запланирован на следующий год. Илья Кутузов, Арсен Фукала, телеканал «Миллион».